3 минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. На электронный адрес проекта поступил вопрос от нашего телезрителя. Приобрел товар в магазине, чек выбросил, после чего выяснилось, что товар некачественный. Как вернуть товар продавцу? На эту тему будем говорить с экспертом программы, адвокатом специализированной юридической консультации города Гомеля Мариной Кистер. Марина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Как правило, покупатели все-таки сохраняют чеки, однако важно знать, что закон о защите прав потребителей позволяет чек не сохранять. В таком случае предъявить претензии по некачественному товару можно и в отсутствии чека. Однако телезрителю необходимо будет доказать, что данный товар он приобретал у конкретного продавца. В качестве таких доказательств может служить упаковка, либо даже ее отдельные элементы, на которых сохранились отметки о продавце. Либо гарантийный талон с подписью продавца, а также инструкция, паспорт с отметкой о месте продаж. Если никаких документов не сохранилось, то, возможно, при покупке присутствовали свидетели, которые также могут быть использованы как средство доказывания. Если никаких доказательств не имеется, то продавец может оспорить факт покупки. Тогда вернуть деньги и товар будет проблематично. Все же, если доказательства имеются, однако продавец отказывается возвращать деньги за товар, то потребителю необходимо будет обратиться в судебном порядке за защитой своих прав. Спасибо, Марина Петровна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.